Всем салют из солнечной Доминиканы. Сегодня у меня видеообзорчик по просьбе некоторых моих подписчиков, которые интересуются жизнью орхидейки, которая проросла из семени в одном горшке вместе с венерной мухоловкой. У нас уже выросли два более-менее стандартных, похожих на дендробиум листики, но все-таки я сомневаюсь, что это дендробиум, потому что листья очень тонкие и довольно узкие. И опять-таки у меня стал вопрос о пересадке, потому что совсем неудобно он растет, очень неудобном месте, потому что если начнет расти лист, у мухоловки может быть его задеть. Ну и сам он растет как-то так под наклоном, потому что тянется к свету, так как мухоловка у меня находится не на прямом солнышке. Так что присаживать придется. И здесь нам уже 3 месяца после пересадки. Как видите, это похоже на самую обыкновенную траву. Но это было бы так, если бы не одно но. Как вы видите, корешок растет точно так же, как обычно у многих видов орхидей. Пробивается сквозь псевдобульбочку. И, естественно, в горшок могло занести ветром все что угодно, ту же траву, но все-таки я склоняюсь, что это какая-то орхидейка. Но так как я ими занимаюсь совсем недавно, и тем более не выращивала их из семян, мне опять-таки пришлось перекопать весь интернет. И у меня есть два претендента. Первый претендент на похожесть этой орхидеи – это орхидея Арундина. Это орхидея бамбуковая, либо орхидея тростниковая. Я вам ее уже показывала в одном из своих видео. Это видео про цветочную лавку. Ссылочку я оставлю внизу в описании. Она очень похожа на траву, эта орхидея. Ну а если присмотреться вот в этом месте, на псевдобульбочку самого вот этого маленького растения, то уж очень-очень-очень похоже на катасету. Плюс я еще посмотрела видео о катасетум из фласки и также нашла вот такую фотографию. Здесь катасетум очень похож на мою травку. Так что, господа, делаем ставки, кто это, катасетум или арундина. На этом все, до новых встреч, пока-пока, счастливо!